Хочу сразу извиниться за свой немножечко охрипший голос, потому что я приболел, и расскажу вкратце, в чем заключается суть данного режима. Мы все находимся в космосе, и задача экипажа — найти предателя и путем голосования выгнать его с корабля. А задача предателя — убить весь экипаж, тем самым остаться одному на корабле. А еще на моем сервере прошу вайп, IP будет в описании. Заходите, я вас там всех жду. У нас с вами будет сходка. Желаю приятного аппетита. Давайте сейчас посмотрим, есть ли тут вообще кто-нибудь. Ага. Ой, а Фриз, а что же это такое? Фриз. Кстати, Хатика максимально странно это все долго выполняет. Я убил сразу двоих, чего? Всем хулиганам здравствуйте, с вами я, Домер, и сегодня я позвал своих друзей с огромным потенциалом сыграть в Among Us в Майнкрафте. Всем привет. Здравствуйте. Скажу сразу, если данный видеоролик набирает 20 тысяч лайков, то сразу же выйдет вторая часть, так что продолжение, как обычно, зависит от вас, и не забывайте про подписку и колокольчик, чтобы не пропустить следующий ролик. Так, все готовы? Нет. Понял, поехали. Так, снова мирный. Так, здесь у нас вообще задание есть столовое. Так, в навигацию, медотсек, столовое. Вот, давайте сейчас выполним здесь задание. Все, мы выполняем данное задание. Давай, родной. Все по красоте. Оп, красотулечки. И все. Сигнал подвели. Саша и голубой все видели. Школа заполнилась. Так, у нас здесь бегает Фриз один. Задание здесь я не вижу. Все, то есть этим ребятам я, наверное, буду доверять. Так, что там по заданиям? Они все бегают за мной. Повезло, что я как раз-таки не предатель. Нам нужно хотя бы понять, куда нам бежать. Здесь в связи есть у нас задание. Все. Я быстренько вот так вот по красоте выполняю. Там как раз собрались вообще абсолютно все. И я просто при всех сейчас все выполню. Так, давайте. Опа. Так, отлично. Электричество, навигация, склад. Да, у нас есть задание в складе. И сейчас за мной бегает желтый. Желтый бегает за мной. А это максимально странно. Странно для меня, потому что я с ним один на один. И что-то мне подсказывает, что он хочет. Ага. Уже ничего не подсказывает. Сейчас главное выполнить задание. Вот опять вернулся. Ну, странно. Все максимально странно. Так, давайте выполним задание на складе. Я надеюсь, за это время меня никто не убьет. Так, здесь никого нет. Вот здесь вот. Все, отлично. И оп, все. Задание в админке я выполнил. Пришел как раз таки голубой. Поехали. У нас здесь есть чувак вот здесь вот. Я, честно говоря, не особо шарю. Ага, кто-то стоит на складе в нижнем реакторе. То есть они вон там втроем. И все. Как-то все максимально странно. Мне кажется, кого-то уже убили, потому что здесь получается раз, два... Одного убили. Для этого и не Домер, мы по камерам смотрели. Там убили кого-то в администрации. Кто был, получается, в оружии? Ты вообще издеваешься, тебя не было в камере. Навигация. Кто был в защите? Буквально недавно. Я стоял в камерах все это время, там тебя не было. В складе, мы там с Домером как раз. Его не было в камерах. Домер тоже на защите? Я видел черного, и я... Фанзи, были, мы смотрели на камеры. Стоп, Фанзи, как ты можешь говорить о том, что мы с тобой были на складе, если в этот момент ты прибежал, посмотрел, что я на складе, мы с тобой... Я смотрел за тобой, я хотел посмотреть, как ты выполнишь задание. Ты меня, походу, боялся, я наоборот стоял с тобой, чтобы тебя никто не убил. Но ты меня боялся, я решил сразу от тебя уйти. Я потом сбегал в связь, у меня там было одно задание, после чего я пошел обратно на склад. Я видел Фэнси где-то в одну сторону с Фризом пошел, но я вам говорю, это Фэнси, это 100%. Если не Фэнси, то ты. Хорошо. Так это он и есть, похоже, раз он на меня так Блин, гонит. Я совершенно за голубого проголосовал. А, ничья! Ну... Чуваки, я случайно не за того проголосовал, поэтому сейчас нужно максимально рядом держаться с Рудой, потому что я больше чем уверен на все 100%, что он, как обычно, мирный. Нам с ним просто везет на мирного. Стоп, а зачем мы бегаем за Фанзи? Ну, в принципе, нормально. Вот так вот втроем бегаем. А так, сейчас давайте нажмем на кнопку. Так, выполняем быстренько задание. И смотрите, сейчас мы выполним абсолютно все задания, и это просто будет балдежно. То есть сейчас игра, по идее, закончится, ну... И опа, все, так, поехали дальше. У нас осталась защита и двигатель, друзья. Два задания осталось, и мы выиграем. Нижний двигатель, я надеюсь, что я иду вот сюда вот. Да, по идее нам сюда. Так вот, смотрите, выполняем вот здесь вот задание. Сейчас быстренько берем вот так вот по красоте. Раз, два, три, четыре. Я надеюсь, что меня сейчас никто не убьет, иначе это будет максимально грустно и обидно. Добавляем еще водички. Так, все, задание выполнено. И осталось у нас одно задание. А нет, даже три задания, странно, немножко переборщил. Защита у нас где находится? Рядом с админкой, друзья. То есть нам прям и направо, по идее, да? Так, я надеюсь, что меня сейчас желтый не убьет, потому что, ну блин, желтый или голубой? Вот в чем вопрос. Стоп, я сейчас в защите, да, я в защите, вот нужно выполнить задание. Я надеюсь, что меня сейчас никто не убьет, все, задание выполнено. Так, и осталось одно задание, друзья, одно задание, и оно у нас в администрации. Администрация у нас находится прямо и направо, последнее задание. Не знаю, мне почему-то подсказывает, что это Фанзи. Если это не Фанзи, я буду реально максимально удивлен. Так, все, последнее задание кто-то выполняет или не выполняет? Вот в чем вопрос.
Интересно, слушайте, интересно. А вот все, да, Фанзи. Я вам говорил. Это был Фэнзи. Подожди, а почему мы выиграли? А потому что мы выполнили все задания. Наконец-то я играю за предателя, и это просто-напросто прекрасно. Мне судьба, так сказать, дала второй шанс. И прямо сейчас я предлагаю побежать как раз-таки за оранжевым. И будем сейчас, скорее всего, с ним вместе бегать. Либо же я предлагаю сейчас пойти, в принципе, в навигацию, да? Почему бы и нет? Так, здесь у нас задания нету. Я предлагаю отключить электричество. Все. Электричество у нас отключено. Ребята ничего не видят. Так, все, я буду бегать рядом с Рудой. И сейчас мы просто-напросто бежим чинить электричество. Отлично, просто отлично. Так, электричество починили. Все, найс. И я предлагаю забежать в связь. Посмотрим, как раз-таки, что тут у нас есть. Так, рядом никого нет. И мне бы уже кого-нибудь надо бы слить. Так, окей. Я думаю, если я сейчас кого-то убью, сам же зарепорчу труп, никто не подумает на то, что это я. Потому что не может быть второй раз, типа, предатель. Поэтому я предлагаю, знаете, как сделать? Сейчас беспалевно. Подойти, убить его, сообщить. Да. Это точно не Саня и не я. Подожди, кто нашел? Пускай скажет, кто, где нашел. Я нашел труп в электричестве. Все, это точно не приз, потому что мы с тобой рядом были. Я видел, что Фэнзи, лично я видел, что Фэнзи выполнил тогда и просто очистил. Я при Саше, получается, вон там, помнишь, мы стояли, я побежал в навигацию, выполнил там задание, и потом пошел еще в связь, выполнил. Честно, не помню, вот на меня сейчас не надо опять полагаться, то я вру. Голосование. Стоп, а кто нашел труп? Нашел труп я в электричестве. Да. А, Саша, а где ты был? Я был. Короче, пошли в электричество. Или не. Как эта штука называется? Я не знаю. Пошли в электричество, и там я нашел труп. Нет, мы вроде скипаем. Я скипаю, короче, пока ничего не будет. Скипаем. Так, я вкинул мув на то, что это, возможно, Саша. В дальнейшем, если что, я буду просто за него топить. Надеюсь, у меня получится выиграть эту игру. Так. Сейчас, наверное, сразу же мы отключим как раз-таки кислород. Никого не выбросили. Окей, полетели. Сейчас мы с вами, наверное, куда-нибудь вот сюда вот пойдем. У нас есть задание где-то... Ага, в медотсеке нет. Так, здесь нету заданий. Здесь у нас также вот задание. Я надеюсь, что из ребят кто-то что-то выполняет. Иначе, если сейчас не заполнится полоска, то придется грохать Сашу. Все, готово. Блин, вот сейчас это было максимально странно, поэтому я предлагаю его убить. Я только что выполнял задание на твоих глазах. Что ты там делал? Я тоже видел, он выполняет задание, Фэнзи взял, обернулся, увидел, что там я, решил проголосовать. Так, наоборот, я следил за Фризом, чтобы просто хотя бы за кем, ну, так с кем-то шкала, бегать. Шкала, а зачем ты обернулся? Зачем шкала не пополнилась? У нас было двое. Подожди, кто убийца? Мне кажется, что это Фриз. Подожди, Сашу убили. Стоп, подожди. Сашу убили? Стоп, это не Фриз. Стоп, мы с Фриз. Это Домер. Это Домер, мы были втроём. Да, это Домер. Давай, это не я. Да не может два раза подряд попасться предатель. Мы бы не догадались. Мы все вместе были. И Домер такой стоит, значит. Мы все вместе только что были. Я смотрел, как Фрис выполняет задание, и за мной следил Ангес. И я подумал, что... Ну, это Фрис. Это Фрис. Да блин, понимаешь, я думал, сейчас убью Руду, в этот момент я убиваю Руду, и вы нажимаете на кнопку. Понимаешь, это мгновенная карма. Да, кстати, я тоже не понял, что произошло. Вся убивает Руда. Так, роль мирный, окей, поехали. Задание, в принципе, выполнено, сейчас поехали сразу же быстренько выполняем следующее. Подводим сигнал, мне интересно, почему я сейчас нахожусь один в столовой. Я понимаю прекрасно, что сейчас никто не сможет подтвердить, что я вообще выполняю задание, потому что я бегаю один, и сейчас я предлагаю, в принципе, отправиться на склад. Склад у нас вот здесь вот по прямой. Можно сейчас, в принципе, сходить в админку. Голубой точно нет. То есть я видел, как он выполнил это задание. Окей, все. Для меня голубой теперь мирный. Так, выполняем задание. При нем. И это очень хорошо. Все. Он видел, что шкала заполнилась. Давайте сейчас посмотрим, есть ли тут вообще кто-нибудь. Фриз. Ой, а Фриз, а что же это такое? Фриз. Фриз, а что же ты скажешь, Фриз? Стоп, можно я скажу? Фриз. Вы виновны, правильно? Я не могу! Блин, что я... Мне кажется, у него приступ. Фриз, вы предатель? Да. Он вооруженный был, говорю, туда... Да блин, ты понимаешь, он при мне убил голубого! Он такой стоит, смотрит на труп в этот момент, даже его не репортит, и я такой, ну ладно, давай я зарепорчу. А я вам говорил, что у него на голубого какие-то там... И опять снова роль мирного у меня. Так, я надеюсь, в этот раз мне первым не убьют.
убьют, иначе будет это максимально неудобно для меня. Всегда мы сейчас проводим, задание выполняем. Я надеюсь, что сейчас кто-то за мной вообще смотрит. Иначе это будет как раз-таки плачевно. И тут сразу за мной вот так вот стоит Саша Ру, Фанзи, и вон там вот еще стоит голубой. Следовательно, это либо же Хатика, либо же Фриз. Ну, лично мне так кажется, потому что я не думаю, что маньяк бы стоял вот сейчас с нами вот такими вот веселыми ребятами в столовой. Это было бы максимально странно для него, поэтому я предлагаю далеко не отходить и повыполнять задание вот здесь вот. Следовательно, это у нас не голубой. Ага, остается у нас Фриз и Хатика под подозрением. Давайте будем бегать с Рудой, чтобы он видел, что я мирный, то есть я не предатель. Задание выполнено, и я предлагаю подождать сейчас с Руду. Так, все, он выполнил задание, шкала заполнилась. Теперь я ему на все 100% доверяю. Так, Саш, пошли. У нас задание в навигации есть. Это, если не ошибаюсь, вот сюда вот, правильно? Да. Так, сейчас по-быстрому выполняем, тоже подводим сигнал. Все достаточно просто. Кстати, ссылку на данную карту я оставлю в описании. Вот, кого-то убили. Я проголосовал. Это оранжевый. Он уже на моих глазах только что убил голубого, бирюзового. Короче, все, мы выиграли. Где? А, в связи. Прям только что. Почему ты не нажал, не зарепортил? Где, блин? Он сказал, в связи, ты глухой. Ой, да. Там в электричестве. Короче, это не домер, это не я. Я предлагаю сделать мув на Фанзи. Это не домер. Я вначале думал, что это бирюзовый, потому что... Почему всегда на меня все бочки катят? Ребят, стоп. Одну секунду. Ребят, это не Фриз. Я с ним бегал, как раз после Саши. А кто убил тогда? Ты! Я захожу в электричество, и там... Ты понимаешь, ты сам его убил и сам зарепортил. Смотри, у не черный? Да я... Ребят, просто доверьтесь. Сейчас за Фанзи. Просто доверьтесь мне. За Фанзи. Просто за Фанзи. Просто сейчас за Фанзи. Если вы меня кикните, это Фриз. Просто доверьтесь мне, Фанзи. Пожалуйста, проголосуйте за Фриза. За Фриза. Боже, ты чё? Просто дал какую-то левую на самом деле инфу. Я надеюсь, что Фриз меня не будет убивать, потому что я, так сказать, прикрыл его. И я предлагаю бегать сейчас Хатика, потому что он у меня больше вызывает доверие, чем нежели Фриз. Хотя я предлагаю все-таки вернуться к Руде, потому что... Так, окей. Голосуем. За кого? За Фриза. Потому что это не я и не домер. А если это домер? Да я видел, он прям при мне выполнял задание. Нет, я нет. Мы с ним друг друга, так сказать, проверили. Я одно голосование назад чиню реактор, и это не... Виталий, скажи честно, ты предатель? Ты предатель. Виталий, ты предатель? Ты предатель. Стоп, то есть, Виталий, ты сейчас просто так гонишь на белого. А он гонит на черного. Нет, я спрашиваю, ты предатель? Хорошо, Фриз, ты предатель. Да, Фриз, все, за тебя голосуем. Все проголосуем. Голосовали. А так он молчит, все, блядь. Мне звонили, я же тебе сказал. А, оправдывайся. Я мирный. Где, ржет, видишь, голосуй. Где? Вот, он даже не понимает, где. Голосуйте, что вы тупите-то? Неправда. Неправда? Мне кажется, правда. Не, ну смотри. Что? Да! Изи, просто изи. Убил на моей Фанзи, Фанзи, прости, пожалуйста. Фанзи, прости, я просто так сказал, что ты убийца, прости. Друзья, наконец-то я предатель. Сейчас, надеюсь, у меня получится нормально отыграть, и никто не догадается. Поэтому я предлагаю прямо сейчас следить, бегать за Хатика, чтобы Хатика видела, что это не я, и все прекрасно. Я предлагаю сейчас строить как раз-таки саботаж. Смотрим за Хатика, строим саботаж. Оп, никто ничего не видел. Мы сейчас все дружно смотрим за Хатика. Так, у нас идет утечка кислорода. Голубой как раз таки сразу убежал. А мне интересно как раз таки, кто же Хатика. Сейчас мы с Рудой досмотрим за ним. И я, наверное, сейчас побегу как раз таки к кислороду. Давай. Так, все, кислород починили. И, блин, кстати, Хатика максимально странно это все долго выполняет. Я убил сразу двоих, чего? Чуваки, это Фанзи, Фанзи зарепортил труп. Нет, да, стой, подожди. Да, Фанзи, да. Я прибегаю на склад, и ты стоишь над двумя трупами. И когда я бежал их зарепортить, ты в этот момент такой, оп, нажимаешь и делаешь репорт. Короче, ребят, если я умру, знаете, это домер, потому что я шел из защиты. Нет. Да, это ты был, я на складе видел, Фанзи, ты двоих убил. Фанзи, ну ты сам себя спалил. Фанзи, нет. Видишь, что его F1, сейчас Фанзи ворот запустил. Я за Фанзи. В смысле? Я тоже за Фанзи. Я за Фанзи. Друзья, это просто был такой мув. Я, честно говоря, даже не думал, что Фанзи это может сделать. Они сейчас немножечко в недоумении. Типа, что происходит? И я бы хотел сейчас отключить электричество. Хотя, наверное, знаете, как мы сделаем? Надо бы отключить электричество, чтобы никто не нажал на эту кнопку. Так, почему не нажимается электричество? Я не могу устроить саботаж. Я не могу устроить саботаж электричества. Почему? Все, я отключу электричество, друзья. Все, и они не могут нажать на кнопку. Так, ну, смотрите, это скорее всего будет извин. Мы убиваем как раз таки голубого. Все,
это изи победа. Ну, ясно. Я просто ждал, пока пройдет КД на электричество, чтобы его отключить, и вы не успели на кнопку нажать. Друзья, а на этом все. С вами был Домио Гу. Набирайте 20 тысяч лайков, выходит вторая часть. Не забывайте про подписку и колокольчик. Ссылки на все каналы ребят будут в описании. И пишите в комментариях, хотите ли вы еще подобных роликов. Всем пока! Всем пока! Пока.